bonus. Then let me to follow all the problems. So, so much they bonus. Without everything greens, and I can see my breath. So, I know I'm breathing, but I got no pulse. I just wanted to leave, but my heart ain't beating. I'm gonna get back to the back of the sun. Keep my gun, but I need a bonus one. I'm running to someone that ain't gonna money. My home, trying to keep my wrist closed. Продолжим проходить готику. Вот. Я купил позавчера нейроавтомату. После первой готики надо будет поиграть. Так, давайте найдем готику сначала. Готхик. А вот она. Модфикс. Куда-то все время падает окошко. Так. Выключим музяку. Включим тут. А у готики почему звука нету? Или есть? Стоп. Да, есть звук. А вот и готика. Собственной персоной. Так. Ну, давайте вспоминать, на чем мы остановились. Мы остановились на... Сколько времени? 34, 38, 36, 45. Ну, я по картинке не могу сказать, что там, потому что я что-то не помню уже. Вроде мы должны были найти деревню орков. Почему я опять тут? Чужак. Я нашел вторую книгу. Так, это хорошо.
Путь в храм спящего. Так. Но мы на земле орков. И вот эти вот орки внизу немножко раздавали друг другу пизды, насколько я помню. Кстати, интересный факт. Что будет, если я поменяю Улумулу на что-то другое? Понятно. На самом деле, я бы не догадался. Но было интересно. Было интересно. Ладно, если действительно так. Если я уберу Лумулу из их виду, то меня будут пиздить. Обидно, конечно, обидно. И зачем мне столько краш-паков? О, привет. Неожиданно. Ушак говорит, друг, привет. Друг, найти Улумулу. Какой хороший. Друг, не забыть нести Улумулу в руке, когда идти на мост. Что ты делаешь так близко к городу орков? Уршак смотреть на братья из дома. Уршак думать, крушак хотеть просыпаться скоро. Уршак здесь ждать и драться против крушак, когда он проснутся. Так спящий действительно может проснуться? А ты не ошибаешься? Я кое-что слышал об этом демоне. Судя по всему, всем будет лучше, если он так и останется спать. В прошлый раз ты рассказывал, что твои братья запечатали храм. Братья Уршак, закрыть храм в земле очень хорошо. Друг, нельзя идти в храм. Друг, использовать магия братья, сыны духа, как Уршак. Что за хуйня? Где я найду это заклинание? Друг, идти в пещера, где братья, сыны духа, как Уршак. Но, друг, надо делать магию осторожно. Братья Уршак не любить. Улумулу не помочь. Если друг использовать магию. Есть ли другой путь в храм спящего? Друг, надо взять знак, что лежать на колонне. Теперь знак открыть врата в храм. Ну-ка, что это за место? Я здесь не был. Понятно. Понятно. Ладно, давайте разведывать. Что там внизу? Вода. И можно вылезти, да? Хорошо.
Здорово, Дуда! Сука, как же вы доебали. Так, храм спящего можно попасть и другим путем. У нас в священной колонии стоит статуя спящего, которая открывает ворота в храм. Но если шаманы заметят меня у своей святыни, они не обрадуются. Добрый день. Другие орки-шаманы хранят такие заклинания в своих норах. Но здесь ни одного орка-шамана не вижу, вот и проблема. Вот и проблема. Ну типа вот я такой наглый перешел и дергаю за лебедку. Окей. Охуя. Уличные денсеры. Патимейкеры. Я могу пройти? Спасибо. У меня хуета на спине. Такой непонятный молоток. Это называется Улумулу. Мне орк-раб. Орк-раб сделал его. Тупо Улумулу. И благодаря этому Улумулу я могу... Это знак уважения орков, короче. Это знак уважения орков. Так. Сейчас я знак уважения им, блядь, покажу нахуй. Напряг булку слишком сильно. Сука. Придется, блядь, хавать. Ха-ха-ха. Лечение, второй круг. Инвестируемые заклинания. Пять, ну-ка. Ели, блядь. Понятно. А, блядь, мне же сказали, что магия что-то это. Магия не для их умов. Они подумают, что я какую-то хуету хочу сделать. Ну ладно. Ну давайте тогда человеческой еды поедим. Блин, вот эти два стражника, они доебались около входа прямо до меня. Может, конечно, можно и не убивать. Но это надо проверять. Это надо проверять. Может, тогда и к оркам шаманам сходить.
Посмотрим. Вообще, орк, который умеет разговаривать по-людски, он сказал, что вот Абиба, которая наверху, я должен ее спиздить, и она откроет вход в храм. Ну, понятно, блядь. Ну, вполне себе очевидно. А последний? Как спящий выглядит. Может, я его увижу? Не, хуй там плавал. Так, еще раз. А, понятно, блядь, если не заветит меня в своей святыне. А это куда путь? А, это путь куда? К просвещению? Ой, рох. Рох, я так полагаю, мне рох нужен. Кстати говоря. Что-то за ходов много. Я куда попал? Что это за хуета? Почки. Мстительная сталь и амулет. Охуеть. То есть бесконечность не предел. 82. Ага. Понятно. Ну и чё, я не могу этот топор пиздить. А, ладно. Так, амулет я какой-то нашел. Бонус к ловкости 20. Охуеть. Так, вниз, 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 вниз. Стоп. Тренировочный меч? Серьезно, такой есть вообще? Мяу, 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 мяу. Военный арбалет беру. Тупо 100 урона. Красиво. Красиво. Ой, как я туплю-то, блядь. Иди сюда. А-а-а! Лол. Вы только на это посмотрите. Вы только на это посмотрите. Угу. Так, я понял. Ага. Ладно. Ну, проебано. О, красиво. Что это он тут делает? Интересно. Хуяк. Что я взял за рох? Что это такое?
Рох. Я не понимаю, это и есть реликвия или... Реликвия — это что, реально там наверху? Короче, ты меня заебал, блядь, иди сюда. Ну и что за хуйня? О, краш-корок, я еще не видел такого. Интересно. Так, ну все ведь нормально, мы же друзья. Мы же друзья с вами, да? Вы же не видели, да, что там мы что делаем? Сильности нет. Опа, блядь, пошел сразу ко мне, сука. Ладно, видимо, они не столь умные, как мне казалось. Не столь умные, насколько может быть ИИ. ИИ. Ладно, чё. Поехали. Хуяк. Сука. Не понял, блядь. Хуяк. Не понял, блядь. Не, ну я не хочу всех орков убивать. Это такая хуйта. В натуре. Это в натуре такая хуйта. Лучше сосать жопу. Не-не-не, ты ничего не делал, А, блядь. Испугал. На самом деле тот сундук охуеть какой сытный, поэтому... Поэтому... Лови, блядь. Плюху. Пизда. Может, ему вообще похуй? Может, вообще поебать? Типа я хуяк сел к сундуку. Ну и все, и забрал превращение в волка. Лечение. Свет нахуй забрал. Энд забрал. Арчи заклинания. О, вот арчи заклинания, заебись. Тут не надо было. Так, а ему оказывается похуй. Ну и нахуй я тогда убивал. Травы. Из Узистана. Лунная тень. Дубовый лист. Драконий корень. Драконий корень. Это то, что, блядь, мне нужно. Это то, что, блядь, мне нужно. Это, блядь, то, что мне, блядь, нужно. Блядь, бля, 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 бля. Бля, 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 бля. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пошел нахуй, орк. Петух. Соси бибу, долбоёб.
Долбоеб. 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 Так, он за мной не идет, да? Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Так. Арчи заклинания. На самом деле это телепортейшн. Хуякс. Бля, ебаный шаман увидел. Ну все, пизда, но они же доебутся. Как тут встать, блядь, чтоб меня не увидно было. О, прекрасно. Так. Окненный штурм. Ручье заклинания. Хуяк. Да ебись ты, сраку. Какого хуя он видит? Не, ну отсюда явно он, блядь, не должен ни увидеть, ни услышать. Я надеюсь, она не телепортирует на 2 метра вперед. Все, вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан. Мне удалось пройти в храм спящего. Не знаю, что ждет меня внутри, но думаю, скоро я выясню. Пиздец, Корголом уже тут. А Корголом-то уже тут. Все, пизда. Ой, интересно, это фонари или это копать можно? Не видно, это фонари. Я только как раз после орка-шамана, вернее, после разговора с ним подумал. А вдруг? А ведь, блядь, и действительно, вон он нахуй. Корголом-то тут. А это его ссаный стражник. Я так понимаю, мне здесь эта биба не пригодится. Поэтому... Куда ты собрался? Здесь проходит запрещен. Что здесь происходит? И ты еще спрашиваешь. Встань на колени и молись спящего о прощении. Настал миг его пробуждения и час расплаты для всех неверных. Будут они стерты с лица земли. Я же просто хотел посмотреть. Ты, жалкий червь, ты не можешь осквернять это место, ибо момент пробуждения спящего близок. Я должен буду избавить его от твоего присутствия. Ты не сможешь остановить меня. И это все, парень, за спящего. Пососал. Хуй-та, хуй-та. Ладно, забираем. Забираем, трофеи всегда нужны. О, здравствуйте, а вы кто такой? Добрый вечер. Гадили тут, блядь, древним говном каким-то.
А вас не дохуяли, а? Ребята. Блять, не могу. Не могу. А ведь тут хуй застакался. Так. Стоп, 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 стоп. Блять. Ебать, они там в салочки нахуй играют, догоняют друг друга. Блять, серьезно? Блять, хорошо, ладно. Вот сука. Стреляет, блядь. Падаль, ты чё, охуела? Что нет смысла мне даже поднимать, короче, эти мечи. Они нихуя не стоят. Типа. Зира. Зирка, дырка. На-на, по спине, сука. Не стучал. Тупо. Ага. Ага. И они оба закрыты, да? Да, оба закрыто. И с демонюгой вот такого вот вида мне придется еще драться. Пиздец. Пиздец. Откуда этот звук? Ага. Подо мной. А че он? Бесси воздух? Падла. Фахел. Видимо, там темно. Хуяк. О, интересно. Добрый вечер. Понятно. Че, испугали, что ли, а? Зелье, зелье, свиток, света. Факел, зелье, 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 топор. Интересный пьедестальчик. Интересные три пьедестальчика, переключатель. А, серьезно, блядь. Ой, пизда, их еще в правильном порядке надо будет крутить, блядь. Красный, черный, фиолетовый. Красный, черный, фиолетовый.
Не понял. Там что-то открылось или мне показалось? Угу. Как же ты мне наябываешь-то, а? Сука. Красный, желтый, фиолетовый, но... фиолетовый, красный, желтый. Ладно, пока. Ладно, пока. Ладно, пока. Чё-то я не понимаю немного. Что это за хуета? Красный, желтый, фиолетовый. Но... красный, желтый, фиолетовый. Еще один маг. Еще один маг. Красный, желтый, фиолетовый. Кручу. Так, я никак взаимодействовать с ним не могу, кроме как крутить в одну сторону. Падла, а? Падла, какая же ты падла.
Свиток чего я нашел, интересно? Видимо, не важно. Телекинез какой-то ссаный. Зелье и час расплаты. 80-80. Старый боевой... Старый судейский топор. Час расплаты. Может быть, я реально что-то делаю не так. Ну а тут сложно что-то делать не так. Может быть, игра не воспринимает? Потому что это 100% проходится так. Никак иначе. Поделать тут больше нечего. Я на все и так уже потыкал, попукал, покакал. Никаких кнопочек нету. Хотя кнопочки надо посмотреть еще раз. Может, там реально, блядь, кнопочки. Если бы там что-то нужно было кастовать. Ну, такой вариант у меня еще есть. Что там нужно что-то кастовать. То это очень как бы плохо. Потому что кастовать мало чего есть. И нахуй я сюда залез. Красный, желтый, фиолетовый. Не, ну, блять, я чё, кого-то обманываю, что ли? Красный, желтый, фиолетовый. Ну-ка, я зажгу, попробую факел. Да? Попробую зажечь факел. Где он? Где он? Факел. 51 факел. Ну, тупо 51 факел. Смотрим. Смотрим. Бежим, 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 бежим. Смотрим. Красный, желтый, фиолетовый. А чё они чикают-то назад? Чё они чикают-то назад? По какой причине? Серьезно? Я, блядь, до этого что-то не так делал? Ну, тупо хуйню, короче, делал, да? Что это за зябля пришла? Сейчас она, блядь, упадет. Тупо падет от моей руки. Где ты, блядь, таракан? Таракан. Таракан.
вообще поебать. Так. Ля, скелет висит. Кровавая атака, зелье, зелье и зелье. Сильно. Страж храма. Ладно. В общем, это был только что проклятый орк. Насколько я понимаю. Орк-нежить. Но убить почему-то я его смог. Странно. Убить почему-то я его смог. Так, они вышли в центр зала. Ну, немножко обманул ребят. Но это в их благо. Тупо в их благо. Древний меч, древний топор. Древний запор. Кто там пукает? Что-то я не понял. Оказался, я со всеми разобрался. Или кто-то пукает там. Так, знаете что? Знаете что? Мне это немножко, конечно, настораживает. Я думал, не придется сохраняться. А ведь, блядь, что-то стрёмно на самом-то деле. Чё-то я, блядь, сочкую. Придется перезаписываться куда-то. Давайте сюда. Зелье, 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 факел. Йорк нежить. Интересно. Зелье,
Зелье. Час расплаты еще один. Тут нарисовано черное солнце, сияет белым светом. Здесь белое солнце сияет черным светом. Что бы это могло значить? Попробуем белое солнце. Камень, что ли? Не может быть. Что это? А, еще один. Иди сюда. Я не понимаю, это, блядь, дополнительные помещения или это все идет по плану? Так, в пизду. С этим местом пока что, блядь, осторожно. Возможно, то реально просто переключатели. Но. Что тогда делает второй? Хуяк. Что делаешь-то? Что ты делаешь, блядь? Хуяк. Лол. Хуяк. Сюда иди, сука. Люди стреляют в солнце, мумия на пиках. Ну, все понятно. Ну, думаю. Все же понятно. Мумия на пиках, солнце стреляет прямо. Люди стреляют в солнце. Короткий лук. Возможно, придется стрелять в солнце. Не просто короткий лук. О, блядь. Что это за хуесос? Смертный! Здесь твой земной путь завершится! Сначала я тебя отправлю в путешествие, чудовище! Четвертый круг. Посох Шанбанхак и клинок времен. Это меч бессмертного орка-жреца Варак Уинхил Карта. Меч был испорчен временем и стал непригоден. Может быть, его можно использовать как-то иначе. Сука. Я, блядь, заперт, как дурачок. Уааа! Тихо. Там внизу что-то очень интересное, конечно. Там какая-то мумия, и она, блядь, на пиках. Ёбаный рот. Мне придется сейчас стрелять. Что? Ты чё, блядь? Бессмертный, что ли?
Стальная ярость. И ебаная гробница. И я на что-то нажал. Довольно интересно. Ладно. А, мяу, кто-то пришел. Сейчас, секунду. Давайте поузнемся. Так, возник вопрос. А откуда этот шаман знает человеческий язык? Что-то здесь нечисто. На самом-то деле. Собственно говоря, да. Так оно примерно и есть. Так оно примерно и есть. Что ж тут делать, второй переключатель? Не понял. Ребят, вы чё? Вас сюда кто-то приглашал, что ли? Чего приперлись-то? Опять лечится ёбаный рот.
Так, ну, собственно говоря, кстати. В чем, мне кажется, соль? Что вот этот проход ведет точно в ту же комнату, куда и верхний. Только этот вход палит. Паузуны. Необычный камень. Факел. Факел. Ну, на необычный камень я наступать не буду, конечно же. Я ж не дурачок. Как хорош. Ты посмел потревожить меня? Готовься к смерти. Мы еще посмотрим, кому следует готовиться к смерти. Ты гнилой труп. Ты гнилой труп. Сука. Что он делает? Что он делает? Что за хуйня? Пиздец. Пирокинез. Третий круг. Шабанакк. Раскалывающие миры. Этот меч бессмертного орка-жреца. Меч был испорчен временем. Стал непригодным. Свиток. Что за свиток? Гад. Зелье. 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 И... зелье. Мстительная сталь. Стальная ярость. Двуручное оружие. Жестко. Кровавая атака. Кстати, урон такой же. Какая-то двуручная, блядь. Ладно, хуй с ним. Пусть будет двуручная. Пирокинез. Охуеть, молния. Эссенция силы, бонус к силе 3. Неплохо. Теперь силы у меня 80. То есть, что я могу одеть? Да нихуя хорошего. 82 надо. 82 надо. А что за свиток? Что-то я не обратил внимания. Уничтожение нежичи. 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 Там. Окей. Окей. Необычный камень оправдал свое назначение. Хотя я думал наоборот, что он закроет дверь за моей спиной. Ну-ка, на этой хуйне ничего нет вверху? Хуяк. Не, ничего нет. Так, осталось проверить только один путь, перед тем, как идти дальше. Путь полного говна. Путь полного говна. Хуяк. Да еб твою мать. Thank you.
Где этот хуесос? Пусть в этот раз будут зелья. Но я что-то не понимаю. Еще зелья. Молниеносный. Ёб твою мать, я впервые такое вижу. Он явно недружелюбный. Низший демон. А, 600 опыта, да. Сейчас. Еще зелья. Ага, демон. Так. Молниеносный. Что за хуету я поднял? Пизда, его вообще нету тут. Молниеносный, блять, понос. Молниеносный понос. Спавним следующего демона. Что делать? Запись в дневнике. Неверный в нашем храме! Будь ты проклят! Сам будь проклят, гниль! Шаровая молния. Как же долго она кастуется. Несущий свет. Несущий свет. Так, путь в храм спящего. Мне удалось пройти. Передо мной Варг Унхильгт. Один из 5 орков-шаманов, служителей спящего, живым останется только один из нас. Варак хорош. Хашор. Один из 5 орков-шаманов, который держал спящего в этом мире, стоит передо мной. Я могу ему навсегда... Помогу ему навсегда выйти из мира живых. Один из 5 орков-шаманов, который закончится... Свои... А, нет, ну, здорово, спасибо. Один из 5. То есть я сюда пришел не напрасно, да? То есть я должен еще 2 таких дураков этому дохать. Ну что ж. Ладно, это вполне себе серьезная задача. Я уже был, мне наверх. Но все же, что
делает второй переключатель. Типа, я сохранился перед тем, как идти вперед, да? Ко второму шаману. Что делает он? Интересно. Интересно, второй был ловушкой. Ну ладно. Ничего делать, пойдемте тогда дальше. Не, игра не щадит вообще. По 10 тысяч за левел. Он просто так стоял, на них смотрел. Вы что, издеваетесь? Там стоит этот бомжара из храма долбоебов. Какое интересное место. Весь пол, прям таки скажем, и усеян, блядь, дырками. Угу. Пятый, значит. Стрельнуть. Надо стрелять, куда... Видимо, сейчас мне это не откроется. Ну что? Проваливай! Горбоба. Тебе здесь не место. А ты хочешь меня остановить? Да, я остановлю тебя, чтобы ты не смог отвлечь моего учителя Голома. Он готовится к пробуждению спящего. Не пытайся нападать на меня. Верховный жрец передал Голому и нам часть своей силы. Мы стали бессмертными. Сейчас я тебе покажу, насколько ты бессмертен. Приготовься к встрече с Создателем. Бессмертными. Ты посмел напасть на меня, червяк? Ну подожди. Почему он без оружия был? Схема храма. Опа. Это мне надо. Хранитель. Ну, типа то, что он его не достал, это как бы вообще поебать. Он бы огребал и так, и этак. А вот схема храма, вот это вот, блядь, интересно, где она? Давайте взглянем на нее. Посмотрим, где мы. Так. Mm-hmm.
На, это точно схема храма. Да, это точно схема храма. Так, мы сейчас находимся вот посередине внизу, кстати говоря. Вернее, не посередине внизу, а вот если взять середину, там где плюсик на желтой хуете, то мы внизу, это помещение. И в нем два ответвления закрытых. Одно передо мной, другое где-то непонятно где. Так, опять-таки. Нарисована хуета, чтобы я стрельнул. Но, блять, куда? А куда стрелять-то, блять? Я не вижу. Хотя догадываюсь. Я догадываюсь, куда надо стрелять. Ага. Все, я увидел, куда надо стрелять. Опа, интересный прикол, да? Что это за стена, интересно узнать. Еще один хуесос. Же охуеть. Разве нет? Вам так не кажется? А мне кажется, что это охуеть. Что, демонюг? Демонюг будем убивать. Опять. Хуяк. Не понял. А где демонюг-то?
Так, возможно, мне еще рано пока что туда идти, кстати. Вернее, не рано, а пока что не хочу. Кажется, обратного пути не будет, если я туда пойду. А, ну или если я пойду сюда. Хотя... Как вариант. Как вариант, мне нужно сначала сюда. Потом наверх. Хотя мне вообще наверх надо. Но мне бы свет увидеть. Ех. Ну, короче, вы понимаете, это ликвидация, да? Это дневник. Непонятно чей. Ничего, кроме дневника тут нету, да? Угу. Лечение. Все понятно. Все понятно. Ну давайте дневник, так дневник. Дневник. Старая потрепанная книга, в ней не хватает страниц. День 23. Я потерял счет времени, думаю, прошло уже 23 дня с тех пор, как нас завалили орки и заставили работать. Работа очень тяжелая, а эти твари не знают пощады. Кто оказался слаб, уже давно лежит в могиле. Я сбегу отсюда, им меня не остановить. День 28. Мы должны продолжить копать пещеры вглубь горы. Мы уже выкупали огромную пещеру, но я до сих пор не знаю, зачем все нужно. День 67. Кто-то рассказал мне, что у этих орков-шаманов больше нет сердца. Но как же они тогда живут? Еще я видел меч, который так боятся шаманы. Как бы мне хотелось проткнуть их всех этим мечом. Меч лежит в одной из зал в передней части храма, но... Но его хранит один из шаманов. Я сбегу отсюда, этот дневник лучше оставить здесь. Может быть, он кому-нибудь пригодится. Ну, твой дневник, да, мне пригодился. В одном из залов. Только вопрос, какой меч, блядь? Я не буду ничего говорить. Это некомментируемо. Это некомментируемо. Это некомментируемо. Вы хотите, чтобы я как-то это прокомментировал? Я это прокомментирую. Но, блядь. Это нахуй не комментируемо. Вообще. Это, блядь, не комментируемо. Потому что я не знаю, что это. Если бы я знал, что это, я бы, блядь, ответил. Так как я головой уебался от камня, я, блядь, не могу ничего сказать. Я уебался головой об камень. На этом все. На этом все. Теперь у меня есть повод убить тебя. У него, кстати, черные глазами этого фанатичного стража. Ебись ты, блядь.
Сейчас будет хорошая драка. Сейчас будет хорошая драка. Сейчас будет хорошая драка. Ты не должен был этого делать. Ох!
Твоя смерть ждет тебя! Ты сгоришь в огне! Мне кажется, что это не самая лучшая идея. Так, интересно. Я только что нашел, как скидывать вещи на Alt. Необычный меч, очень красивый. На клинке выгравированы древние руны. Может быть, Ксардос сможет их прочитать. Лучше сначала узнаю, что это за оружие, а потом буду носить его с собой. Необычный меч. Так, а между тем 4 уже из 5. Четыре из пяти шаманов уже упали. Вот. Чей-то молоточек лежит. Интересно. 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 Пиздец. Так сложно было. Так сложно было. Зелье. Одно. Еще одно зелье, еще одно зелье, еще одно зелье и свиток.
Сюдик. Бонус к макс жизненной силе. 15. Охуеть. Угу. Привет, ребята. Сегодня мы с тобой кайфуем. Зелье беру. Но что-то у меня такое предчувствие, короче, не очень, да? Зелье. Может быть, я еще зелье хочу взять. Где еще зелье хочу взять? Спасибо. Кстати, может быть, мне подсветить стоит этот стол ебаный. О, другое дело. Так, ну я взял много зелий. Сейчас ты за все заплатишь. Че, понял? Блять, рожа. Так. Значит, бонус к ловкости 8. Бонус к макс жизненной силе 15. Бонус к силе 8. Бонус к макс магической силе 15. Ну что? Делаем выбор. Это заклинание огненный шторм. А это кулак тролля. Я оба забрал. Тут оба забрал. Давай, нападай. Четыре удара, как лоха. Тупо. Так, нужно выпить. Спасибо. Теперь давайте же посмотрим, что я там, блядь, надыбал. 100 урона, 100 силы. 91 сила. Сука, ловкость 68. Придется, ну ладно, вот это денем давайте, хорошо. Я не против. Меньше урона на 2 единицы, да и хуй с ним. Ну, ледяная стрела. Че там? Да нахуй. Глаз воина. Но чуть меньше, но требует больше, кстати. Немножко нелогично. В этой комнате ничего нет. Ты еще меня узнаешь. Девочка, блядь, тупо. Тупо подраться пришел. Ну, не девочки, бля. Так, а что там? Все, пизда, обрыв. Да, пизда, обрыв, кстати. Хуёво. Последний воин шаман, кстати. Ой, последний шаман. Путь в храм спящий. Передо мной в этом бессмертном шамана слушать спящий.
Вор Боба сказал мне, что он охраняет территорию и что дальше лучше не ходить. Круглолом и его последователи получили силу от шаманов, и теперь их нельзя убить человеческим оружием. Поебать. Человеческим оружием, человеческим. Однако я их, блядь, убивал человеческим оружием. Учучанджо. Никто не смеет тревожить сон моего повелителя! Ошибаешься! Твой драгоценный спящий скоро проснется! Уходи отсюда! Ничего себе! На нем не царапины! Нужно какое-то другое средство! Теперь ты умрешь! Пора уходить отсюда! Ах! Блядь! Что это за магия, блядь, ебаная? Порча? Хуйня? Где оно, блядь? Вот оно. Даже не нежить. Ну что, поехали. Ладно, давайте сделаем это заранее. Ошибаешься. Твой драгоценный спящий скоро проснется. Уходи отсюда! Попытаться-то стоило. Попытаться-то стоило. Передо мной он у нас бессмертный шаман, слышит пищу, он сможет снять. Так, ну это чуть не то. Получить захотел? Сейчас я надаю тебе. Это типа те, которых я не могу убить, блядь. Вот его я и реально не могу убить. Что за хуйня? Стоп, человеческим оружием так может быть. Тоже хуйня. Тоже хуйня. Странно. Странно. Нет, нет, нет. Алло. Алло. Почему я именно его-то, блядь, не могу коцнуть? Что за хуета? Никто не смеет тревожить сон моего повелителя! Ошибаешься! Твой драгоценный спящий скоро проснется! Уходи отсюда! У него на спине меч, кстати. У него на спине что-то типа вот этого меча. Собственно говоря, а что по квесту?
по квесту. Так может все-таки воспользоваться этим мечом-то? Необычный меч. Ну-ка, пошел-ка нахуй. Еще такой же меч, как у него на спине. Или... Нихуя. Ну, посмотрите-ка. А че я, блядь? Дурачок, что ли? Я не могу, блядь, его обокрасть? Ему же похуй. Ему же похуй. Ему вообще поебать. Ничего себе! На нем не царапины. Нужно какое-то другое средство. Теперь ты умрешь! Пора уходить отсюда. Прыгай, прыгай, прыгай. Порча ебаная нагоняет меня. Порча ебаная. Беги. Не понял. Хули там демоны делают? Он что, упал, что ли? А где он? Так. Так. А вот и Граш враг Аушат. И судя по всему, он не нежить, как остальные. Он гораздо сильнее их, а мое оружие не причинит ему вреда. Мне нужно другое оружие. Ну. Вы издеваетесь, что ли? Типа я должен передолить сейчас назад. Так, это, блядь, глупо. Это очень глупо. Потому что это очень далеко. Откуда, блядь, взялся? Верховный страж нежити? Я такого не видел, пока сюда шел. Начинается-то я не понимаю. Я думал, это будет изи. Они все восстали, что ли? Так, ну как по мне, вот эти при... вот эти ребята поприятнее, конечно, чем те. Так что иди к сюда, детка.
сюда, детка, вот тебе и конфетка. Обратно-то мне не выйти, ёбаный рот. Или стоп. Не, выйти я смогу. Что ты тут делаешь? Что вы все тут делаете? Я не понял. Не понимаю, что происходит. Немножко не понимаю, что происходит, почему они все живы. Вверху не страшно. Так, значит, они заспавниться-то успели. Блять, вопрос, кого хуя? Кого хуя они успели заспавниться? Очень интересно. Так, придется еще одно сохранение делать сейчас. Вот прямо сейчас. Сохраниться и вот сюда. Так, некромант, некромант, помоги, спаси, ежеси да не беси. Ксардос, Ксардос, у меня вопросов море. Я знаю, как попасть в подземный храм. Уже знаешь? Удивительно, ты стал очень силен. Сильнее, чем кто-либо из живущих внутри барьера. Скорее всего, ты и есть тот герой, о котором говорится в пророчествах орков. Пророчествах? О чем ты? В древних книгах орков, написанных до того, как был запечатан храм, упоминается священный враг. Священный враг? Тот, кто придет и навсегда уничтожит спящего. Так обо мне говорилось в каком-то древнем пророчестве? Наверное, ты ошибаешься. Может быть, а может и нет. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я посвящу тебя в тайны шестого круга магии. Начнем прямо сейчас. Нет, ты еще не готов. У тебя есть талант, но не хватает опыта. Иди к Сатурасу, он поможет тебе. Я нашел один очень странный меч. Покажи-ка его мне.
Интересно, на нем написано «Уризель». Я уже слышал легенды об этом мече. Это древнее оружие, которое появилось тысячи лет назад. Меч выкован из неизвестного нам металла. Никто не знает, кто был его создателем. Думаю, он обладает огромной силой, но сейчас я не чувствую в нем магической энергии. Уризель обладает огромной силой? В книгах говорится о том, что этот меч способен пробить любой доспех и справиться с любым защитным заклинанием. Как могло такое оружие попасть оркам? Давным-давно орки сумели выкрасть его у могучего воина. Они не могли его использовать, поэтому они его хорошо спрятали. Все же не так хорошо, как хотели. А можно ли восстановить силу этого меча? Да, но тебе нужно будет найти достаточно сильный источник магической энергии. Такой сильный, что с его помощью можно было бы уничтожить барьер? Да, наверное, такой. Кроме того, нужно прочесть особое заклинание, которое передаст оружию энергию этого источника. Я смогу его написать, но для этого мне понадобится время. А я пока пойду и поищу себе доспехи получше. Этот доспех из панцирных пластин ползунов сильно пострадал после битвы в подземном храме. Попробуй обследовать мою старую башню. Твою старую башню? Во время одного из землетрясений она погрузилась в одно из озер на востоке. Ее шпили до сих пор видны из воды. Там ты можешь найти некоторые артефакты. У меня не было времени забрать их. Как туда попасть? После землетрясения я там ни разу не был. Тебе придется выяснить это самому. Вот этот ключ должен тебе пригодиться. Он открывает один из сундуков, в котором я хранил самые ценные вещи. Я хочу обрести магические знания. Ну что, это довольно интересно. Если вы так не считаете, то вы пидор. Так, я так понимаю, мне нужно по-любому отправиться сейчас к магам воды, чтобы меня научили. Пятому кругу магии. Во имя магии. Я ранен. Да подарят. Угу. Пока. Так, ну, все то же самое. Сатурас. Во имя... Я готов вступить в четвертый круг. Тебе уже открыты знания трех кругов магии. Пришло время познать ее тайны. Магия руны сокрыта в камне. Камень этот получают при шлифовке магической руды. Такой руды, которую добывают в здешних шахтах. Камень наделяется магической энергией в особых храмах. Так он становится орудием нашей силы. Все руны, которые ты можешь использовать, открывают тебе доступ к знаниям и могуществу наших храмов. Угу. Познай магию, и ты познаешь тайну своей силы. Одно. Надеюсь, у тебя... Одно блядское очко. Не, блядь, ну это нечестно, это нахуй-то. Чужие проблемы не мое дело. Глупость неизлечима, я давно это знал. Так, мне тут сказали, почему что я могу занять этот дом, да? Зубами? Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить.
Вчера я его занял нечестно, поэтому я заберу, пожалуй, дома себе. Ладно, не сердись. Ты снова ищешь ссоры? Убирайся! Мы еще поговорим об этом. Дай пройти. Так, ну, мы выбрались из храма, сейчас будем выполнять побочки. Побочки, сейчас сходим в бар, может меня в него пустят даже. Стой, ты же знаешь правила. А ты хочешь... Нет. Приветствую тебя, незнакомец. Я продаю косяки из свежайшего болотника, прямиком из болотного лагеря. Обращайся ко мне, договоримся. Покажи, что ты там продаешь. Ларс передал тебе послание. Ну-ка, послушаем. Он хочет знать, что делается в лагере сектантов. У меня такое чувство, что все это решится само собой. Покажи мне свои товары. Смотри. Привет! Ты работаешь в свободной шахте? Верно. А как ты это узнал? Привет! Я хотел поговорить с тобой. Мне некогда разговаривать. Привет! Приветствую! Что ты делаешь? Я готовлю шнапс из риса. Вот, возьми бутылку. Только не говори об этом Силосу. И как идет приготовление? Я не успеваю готовить столько шнапса, сколько пьют все эти типы. А пьют они очень много, поверь мне. Но это и хорошо. Пока я здесь работаю, прислужники лорда мне не мешают. Что ты знаешь о лорде? А, он самый гнусный тип из всех, кого я знаю. Его приспешники выискивают самых слабых и заставляют их работать на рисовых полях. Единственный, кто мог бы справиться с ним, это Горацио. Но он давно отказался от насилия. Я слышал, как он говорил, что мог бы с удовольствием избавиться от лорда. Но он этого никогда не сделает. Это против его убеждений. Так, а вот и появилось... Я не успеваю, но... Вот и появилась обратиться к Горацио. Причина. Чтобы с ним поговорить. Как живешь? Здорово. Мы продаем здесь рисовый шнапс и получаем взамен руду. Это прибыльное дело. Да и на что здесь еще тратить руду, кроме выпивки? Ну да. Я хочу выпить. Заплати и пей. Чистый спирт. Охуеть.
так, тупо ради прикола. Кстати, алхимический стол, он бы мне, блядь, пригодился сейчас. Привет! Так, перманентное зелье. Эссенция силы получена, отлично. Эссенция силы получена. И все, теперь не хватает. Жалко. Сила плюс 3, сила плюс 3. Так, собственно говоря, про приколы. Про приколы, что я могу сказать? Могу сказать, что есть зелье. Вот оно. Мне нужен могильный мох, драконий корень и одна огненная ягода. И, судя по всему, у меня нет ни могильного мха, ни драконьего корня. Ну ладно. Ну ладно. Что это за место? Просто... Балда, yes. Сайфер? Ты откуда появился? Как дела? Как всегда. Три убитых стражника и несколько ценных вещей. Так ты один из тех, кто постоянно совершает... Нет. Только когда может подвернуться... Что ты можешь мне предложить? Может, лучше спросить так, что ты можешь предложить. Меня интересуют только крупные дела. Пока нет, я... Так возвращайся, как... Может, пока... Так вот... Интересно. Болотника хочешь? Я... Мне... Привет! Болотника хочешь? Конечно, если у тебя... Привет! У меня есть немного... А, да, спроси моих друзей. Привет! У меня есть немного болотника. А, давай, спроси мои... Развивай лоб. Конечно, его злость тут не поможет. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Просто подумал, может быть, ты захочешь... А у тебя он есть? Возвращайся. Я не имею отношения к этому. Мне уже надоело это слушать. Просто подумал. А у тебя он... Возвращайся. Конечно, его злость тут не поможет. Что-нибудь
Я не имею отношения к этому делу. Со мной такого не случится. И почему нельзя держать язык за зубами? У меня есть болотник. Еще бы, если у тебя... Людям лучше этого не знать. Глупость неизлечима. Чего? Просто подумал, может быть, ты захочешь болотник? Может быть, это правда. Давай. Только между нами. Я думаю, ты меня не так понял. Чего? Ладно, не сердись. Жалкое зрелище. Да его же малейший ветерок свалить сможет. Что случилось? Да, дурное дело не хитрое. Сколько можно повторять одно решение? Много лучше, не то, что сейчас. Не думаю, что... Раньше глупость неизлечима. Я давно это знал. Как можно не понимать этого? Мне уже надоело это слушать. Только между нами другие... Провалив! Не думаю, что здесь можно что-нибудь изменить. Я думал, это уже давно решено. Не думаешь, что здесь можно хоть что-нибудь изменить? Все слышишь. Такое со мной больше не случится. Может быть, это правда. Сохрани это в тайне. Я не причастен к этому делу. Чужие проблемы, не мое. Со мной такого дело. Не случится. Это правда. Знаешь, а в этом что-то есть. В этом сколько можно повторять одно и то же, что сейчас? Поговорим о чем-нибудь другом. Да, дурное дело. Здесь нельзя говорить, что... Больше не хочу слушать эту болтовню. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Не думаю, что здесь все хоть что-нибудь изменится. Все время ты думаешь? Так ты говоришь... Конечно, его злость тут не поможет. Никому нельзя доверять, вокруг слишком. Здесь никому нельзя доверять, верить всему, что говорят. Возможно. Да. Да, нужное дело не хитро. Я не причастен. Не думаю, что делу. Здесь можно хоть что-нибудь изменить. Конечно, его злость тут не поможет. Может быть, нельзя верить всему, что говорят. Здесь что-нибудь изменится. Уж лучше я посмотрю со стороны. Со мной такого не случится. В этом деле главное выжить. У меня есть болотник. Хочешь? Есть. Сохраню это в тайне. Людям лучше этого не знать. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Лучше я посмотрю со стороны. Болоть. Да, есть. В этом слишком много болта. Здесь никому возможно... нельзя доверять. Каждый просто может обмануть. А у тебя... Возвращ... Ты хочешь сказать... Больше не хочу слушать эту болтовню. Мне казалось, что эта проблема давно чего уже решена. Чего просто под... попасть в подобную переделку. Возможно... Я думаю... Чего? Ладно, не сердись. Это был отличный что бой. Что ты? Я же ничего не видел. Что случилось? Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Давай лучше сменим тему. Доверять. Каждый может обмануть. Возможно, я не буду вмешиваться. Не случится. Конечно, его злость тут не поможет. Со мной такого не случится. Наверное, это в тайне. Людям лучше этого не знать. Ты хочешь сказать? Проваливай! Такое уже тогда было ясно. Возможно... Сколько можно повторять одно и то же? Возможно... Интересно, а в этом что-то есть? Раньше не хотел бы попасть лучше. В подобную переделку. Уж лучше я посмотрю со стороны. Конечно. Наверное, ты прав. Так... Как можно не понимать это? Thank you.
Так. Ребята. Мне нужно было отойти на пару мгновений. Весны. Так, сейчас. Что-то расшаталось. Все падает. Так, давайте разбираться, что нам, блядь, делать дальше. Пожарили всякую хуету, бучу дали пиздов. У меня... И если... Со мной... Ты... Ты выучил все, что нужно. Ну, хорошо. Я выучил все, что нужно. О, Шрайк. Пропукался, Шрайк. Что ты тут стоишь? Пропукался, да? Пропукался, сидишь ты такой, дурачок, да? Дурачок. Что ты, куда ты пошел? Куда ты пошел, Шрайк? Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Это же не мое... Что это за хуйта? Все время одно и то же. Это не слишком интересно. Почему поговорим о чем-то. Болотник. Да, если захочешь. Это не слишком интересно. Как можно не понимать? Болотник. Да, если. Болот, да. Больше не болот, хочу да. слушать эту болтовню. Болот, да. Интересно. А так, ладно. Ну, пойдемте разбираться с приколистом. Как там его звать? Лорд. Лорд. Хотим разбираться с лордом. Так, я не понимаю, че я прыгаю как дурачок. Привет! У меня есть немного болотника. А, да, спроси. О, да, спроси. О, да, спроси. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг так, здешним вообще попой. Слишком... Все время одно и то же. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Здорово! Я уже много думал об этом. И? Придумал что-нибудь получше? Да. Я просто обязан избавиться от лорда и его головорезов. Ха. Ты будешь далеко не первым из тех, кто пытался сделать это. Я избавлюсь от лорда и его головорезов. Конечно, не без твоей помощи. Ладно. Я дал клятву, что больше никогда не буду бить человека. Но это не значит, что я не могу другого научить этому. Слушаю тебя. Если хочешь иметь сильный удар, ты должен знать основные принципы, как это делается. Это первое, что должен знать кузнец. Старайся наносить удар всей рукой, от плеча до запястья. Чем лучше у тебя это получится, тем сильнее удар. Я думаю, научиться этому тебе будет не так уж сложно. Спасибо, что помог. Используй свою силу только в крайних случаях. И никак больше. Хороший бой. Учеба пошла тебе на пользу. Смотрите-ка, я прокачался, не получив, вернее, не потратив очков обучения. Интересно, да? Интересно, уж лучше я посмотрю со стороны. Привет. Эй, ты! Больше не хочу слушать эту болтовню. Спешка не доведет до добра. Возможно, чужие проблемы не мое дело. Привет! Болотника хочешь? Конечно, если у тебя... Болотника. Конечно. Не со
решение. Привет! Болотника хочешь? Конечно, если у тебя... Я думал, это уже давно решенный вопрос. Сколько у меня там еще болотника? 14. Я думал, мне бахнуть самому. Ебаному бабля. Да, да, пошел. Тупо 10 руды скурил. Скурил 10 руды. Привет! Wait. У меня есть немного болотника. А, да, спроси. Так вот, нельзя верить. Привет! Всем, слышишь? Болотник. Конечно, если у тебя будет... Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Как-то... Как обычно... К этому делу. Наверное, ты прав. Мне уже надоело это слушать. Просто подумал, может быть, ты захочешь. А у тебя он есть? Возвращай. Раньше не хотел бы я, чтобы со мной поступили. Болотника хочешь? Да, если зах. У меня есть болотник. И еще, если у тебя. Ну, заебись. Ты хочешь сказать, прежде чем что-нибудь говорить? Так, а стоит ли мне беспокоиться здесь о чем-либо? Да, как-то он кривовато им бьет, конечно. Так, ну прыгаю я нормально. Видимо, проблема была только в том, что я находился на базе дебилов. На базе дебилов я находился. Так. А ведь я знаю теперь четвертый круг магии, между прочим. Огненный шторм входит в четвертый. Шаровая молния входит в третий, молния в четвертый. Пирокинез в третий. Да. Пирокинез. Это нормально. Ну что, обоссанься, блядь. Сосать, обоссанцы, сосать. Сколько это получается? 15 тысяч, да, мне нужно было для левелапа. Целых, мать его, 15 тысяч. Где это видно? Где это видно, где это слыхано? Сука, плыви. Давай, давай, горцуй, горцуй. На самом деле, я думаю, мне уже не стоит по каким-то там побочкам лазить. Мне это не надо, наверное, уже. С таким-то уровнем и с такой уже силой. Кажется, что просто завершать уже. Завершать уже все, что начал. У них столько здоровья даже нету. У них даже столько здоровья нету, чтобы я на них как-то мансовал. Может быть. Так.
Надо посмотреть, стоит ли около моста Мильтон все так же или нет. Это очень важно. Это очень важно. Что, забираем? Блин, но такие кнопки не очевидные, типа как дропнуть на альт. Ой, блядь. Да. Мильтон все еще тут. И стражник все еще тут. Увидим. Во имя магии. Придется мне их обойти здесь. Нормально, живем. Так, есть одна очень интересная новость, да? Хромонин 3. Я нашел книгу. О, бог древних времен, возможно ли, что такой человек, как я, недостойный получил эту силу? Как велик страх потерять все, выказав малейшее слово сомнения. Умный рыбак попробует найти удачу и на другом берегу моря. Я нашел третью книгу. Кажется, я начинаю понимать, что хотел сказать ее автор. Умный рыбак попробует найти удачу на другом берегу моря. Лично я нихуя не понимаю. Третья книга. Почему третья книга здесь?
Ну и как мне тут? Там же мелко или нет? Ладно, проблема. Допустим, там глубоко. Слава богу, там глубоко.
старая башня Ксардоса. Не понял. Что, на полном серьезе? Почему я раньше? Раньше не спускался там глубоко. Не, пусть у меня даже и полное хп было бы, но я бы все равно сдохли. Могу отвести скелетов сюда, в принципе, чтобы они не мешались. Я не знаю, что с ним случилось. Он, блядь, вызывает уже следующих сукинсон. Гандоша, блядь. Ой. Обычный, блядь, usual скелет гандон. Из двух ударов падает. Thank you.
там еще зомби наверху были. Ебаные. Скелеты ебаные. И зомби ебаные. Тут что-то красиво светится. Три зомби. Зелье. Надо обычное зелье. Сундук. Огненная стрела, бла-бла-бла. Зелье света. Но это, видимо, не те сундуки, о которых говорил он. Ксардос. Да, тут бомжевые стрелы огня какие-то. Извините. Что? Вы говорите дождик? Ну хорошо. Ничего не буду иметь против. Те сундуки, о которых он говорил. Да, Сардоса. Обычный меч. Да, я много чего полезного нашел. П. Польза. Так, еще один ключик Сардос. Потому что на сундуке висел замок. Телепортация к магам огня. Охуеть. Древний железный доспех. Полностью выкован из магической руды. Защита от оружия 92, отстрел 25, от огня 40 и от магии 10. Ну что, вы так не считаете? Это разве не круто? Что там за... Понятно, ничего хорошего. К магам воды давайте в болотный лагерь, не? К некроманту. О май гад. О май гад. Что это там такое? Насколько я понимаю, я могу это брать. Потому что я помогаю все-таки ему. А он помогает мне. Сейчас, небось, я скажу такой: там были зомби, ты мне про них ничего не сказал. Истинная сила. Это. Истинная сила хуеты. О, мать моя женщина, да. Вот это, блядь, доспех. Только голова у меня теперь смешная. Вижу. Тебе удалось найти железные доспехи? Да, я нашел их в одном из сундуков в затонувшей башне. Он принадлежал тому герою, который сражался с Уризелем против орков. Надеюсь, я буду более удачлив, чем он. Во. Ты уже написал заклинание для передачи энергии рудной горы Уризелю?
Да, оно уже готово. Но один ты не сможешь его прочесть. Почему? Его должен прочитать сильный маг, в то время, как ты будешь держать меч над источником энергии. Что ж, мне придется найти того, кто сможет мне помочь. Возьми заклинание и верни мечу всю его былую силу. Она тебе понадобится. Получено заклинание переноса энергии. Ну как... Но как маг я не смогу использовать Уризель. Я знаю один способ. Но сначала восстанови силу меча. Потом я расскажу тебе об этом. Так, ну здорово. Здорово. Теперь мне нужно перенестись к магам воды. О, Мильтон уже тут. Приветствую тебя, мой друг. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз. Привет, Мильтон. С тех пор очень многое изменилось. Я бы с удовольствием рассказал бы тебе обо всем. Но сейчас на это нет времени, я очень спешу. Угу. Увидимся. Во имя магии. Я готов вступить в пятый круг. Да будет так. Я открою тебе истинный смысл пятого круга. Посвященный в знание пятого круга может читать заклинание рун. Огненный шторм, ледяная волна и истребление нежити. Но самым сильным заклинанием пятого круга является волна смерти. Если ты найдешь эту руну, в твоих руках окажется источник ужасных разрушительных сил. Используй ее только в случае смертельной опасности, ведь она была дана богом тьмы. Теперь ты выучил все. Узнай пределы возможного. Я хочу носить одеяние верховных магов. Я вижу, ты уже достоин носить обладание. Надеюсь, у тебя... Так, но они мне ничего не сказали. Можно, нельзя мне заниматься такой хуйней. Мильтон. Мильтон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Я расскажу тебе об этом там, где нас никто не услышит. Хорошо. Так, Мильтон, ты меня неправильно понял. Ты меня неправильно понял. Так, что мне там за свиток вообще дали? Свиток переноса силы. Заклинание переносит энергию меча на свиток. Сука. Не могу его использовать. Я его как-то даже прочитать не могу. Охуеть. Теперь рассказывай, что стряслось. Мне нужна энергия рудной горы. И я думаю, что маги воды не согласятся помочь мне получить ее. Ты шутишь? Сейчас не время шутить. Я серьезен как никогда. Я видел Ксардоса, некроманта. Он сказал мне, что нужно делать. Ксардос? Ты меня пугаешь. Никто не разговаривал с ним с тех самых пор, как он покинул старый лагерь. Я говорил с ним. Зачем тебе понадобилась сила Железной горы? Я хочу передать ее этому мечу. Ух ты! Вот это клинок! Его имя Уризель. Угу. Ксардос дал мне заклинание, которое передаст мечу силу руды. Тебе нужно будет прочитать его, когда я поднесу меч к горе.
Ну, если мне нужно только прочесть заклинание... Открывает бумажку, там написано. Но у нас возникнут проблемы с Сатурасом и другими магами. Увидим. Так, стой тут. Только как привет. Чужие проблемы, не боишься, что-нибудь изменит. Что? Гами. Угу. Я могу пройти. Понятно. Такого со мной больше не случится. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Только между глупость неизлечима, я давно это знал. Наверное, ты прав. Привет. Больше не хочу слушать эту болтовню. Только между нами надо выждать время. Рассказывать. Не самое лучшее решение. Ты, негодяй, убери руки! Надо выждать время. Нет, там ничего интересного было. Возможно, до добра. Сука, я-то думал... Блин. Я-то думал, там дохуя всего прикольного, а там нихуя. Толком вообще ничего. Так, библиотеку. Мне тысяч я мозг кс. Я. Его. Ксардос дал мне. Кстати, он мне вернет его прочитанным уже. Ну. А, не, нихуя. Мы должны рискнуть. Это очень важно для всех жителей. Я не понимаю. Это поможет нам выбраться отсюда. Поверь мне. Ну хорошо. После всего того, что ты для нас сделал... Я не могу относиться к тебе иначе, как с полным доверием. Помимо этого, похоже, и Ксардос тебе доверяет. Встретимся возле Железной горы и... Хорошо. Вои... Надеюсь... Вот и все. Блять, встретимся, а он не пойдет, что ли? Я должен за ним бежать. Ой, как это уныло, когда персонажи не могут, блять, двигаться, пока я не подойду. Тут, кстати, смотри-ка, хуй сос стоит. Может, дадим ему ляпаса? Тупо наемничек какой-то стоит. Эй, а ты как сюда попал? Что-то тебе здесь нужно. Убирайся, пока я не убрал тебя сам. Со мной такого не случится. Ой, ой, что-то спать хочется, пиздец. А я тут прилягу. Мне уже надоело это. А у тебя неплохо получается, как я вижу. Иди за мной. Со мной такого не случится. Во имя... Увидим. Сука, его обшарить нельзя, пока он спит, блядь. Сохрани это в тайне. Его голышом оставил, тупо. Тупо голышом. Такое со мной больше не случится. Мы же роду красть не будем, правильно? Ты принес? Здесь нельзя говорить, что попало. Вот заклинание. Ты готов? Люди, тогда давай... Ну, да. Следовало ждать.
другой стороны, я не уверен, что там что-то суперинтересное. Сейчас глянем. Глава 6. Храм спящего. Что там было написано? Ага, отдан. Отдан кто-то там. Давайте посмотрим. Ютуб. Готхик. Прохождение. Тупо прохождение. Я такого вот понять не могу. Ага. Так, храм спящего часть. А, вот, нет, вот она. Краска Преферанса, партнер Парижской недели моды, представляет. Да. Пришла весна, вместе. Моды. Так, собственно, вот и ролик начинается вот отсюда. Блять, ну. Во. Вот это вы должны увидеть. Так. Включить предпросмотр. Сейчас оконный проектор. Фильтры. Так. А, ничего менять не надо сейчас. Тогда вот так вот. Подтянем лямки. Во. Не так хорошо, как могло показаться. Да. Так и вот так. Так, ну мы продолжим уже. Что делать-то? Не думаешь, что здесь можно хоть что-нибудь изменить? Каждый может обмануть. Готово! Со мной такого не случится. Невероятно! Этот камень был серым, конечно, а теперь он излучает синий свет. Похоже, у нас получилось. Магическая сила всей этой руды теперь заключена в одном старом мече. Но, кажется, мы привлекли к себе слишком много внимания. Тебе придется воспользоваться заклинанием «Портал» для того, чтобы выбраться отсюда. А что будет с тобой? Обо мне не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Уходи. Эх, раньше было все гораздо лучше. Знаешь, а в этом что-то есть. Не хотел бы попасть. Это же не мое дело. Сохрани это. Сукин сын, а? Ладно. Я так полагаю, что ни эту броню, ни этот меч я уже снять с себя не смогу. Магический урон 120, огненный урон 30.
Охуеть. Ну, давайте расскажем о наших успехах. Сардас. Я зарядил Уризель. Невероятно. Меч снова столь же силен, как и в день своего создания. Теперь у тебя есть один из самых мощных мечей в мире. Ты говорил, что я смогу использовать Уризель, даже если буду магом. Посмотри на него. Его самая важная деталь — синий мерцающий камень на клинке. Он хранит в себе всю силу меча. Если я выну этот камень, я смогу сделать из него руну, которая будет обладать всеми свойствами меча. Магическую руну из Уризеля? Эта руна поможет победить твоих врагов так же, как это сделал бы меч. Но есть одно условие. Лишь маги шестого круга могут использовать такую могущественную руну. Пизда. Типа, это, конечно, круто, но... Все получилось, Уризель восстановлен, а его сила так же велика, как и в древние времена. Сатрус и маги воды смертельно обижены, так что... Уж мне больше не попадаться ему в глаза, но это не так важно, ведь меня и уж ждет спящий. Ведь меня ждет спящий. Ну, на самом деле, да. Мне уже как бы не помеха ничего. Не помеха мне. Поэтому я вполне себе могу и пойти раздавать пизды. Наверное. Видели, да? Я пошел раздавать пизды. Сука. Ой, блядь. Ну не может быть такого говна. Не, серьезно. Меня уже... нормального человека, вполне себе и способного мага. Теперь рассказывай. Овнит, ебучая ящерица. Мне нужна... Ты... Он... Ух ты. Я пошел и нахуй. Ну... Ну, опять 25. И вот мы заново идем. Идем получать пизды. Сука. Бля. Нормально. Эй, а ты как сюда попал? Что-то тебе... Мне уже надоело это слушать. Давай лучше сменим тему. А у тебя... Иди... Магия спящего. Магия спящего. Сохрани это в тайне. Я не причастен к делу, и желаю этого не знать. Ждать время. Потом видно будет. Ты принёс? Принёс? Я не буду вмешиваться. Я так... Храм спящего. Здесь нельзя говорить, что попало. Ладно, на заклинание переноса силы. Возможно... Невероятно. Похоже, но тебе аж... Ну да мне не волнуйся. Так, но я до сих пор не могу понять, а получится ли у меня такая хуйта или нет. Шестой-то круг мяги, по идее, ничем, блять, не отличается от пятого, кроме заклинания одного ебучего.
Понятно, хоть огненный дождь. Понятно, хоть-то. Я не могу тебя обучить. Ага, понятно. Он прямым текстом мне говорит, у тебя недостаточно опыта. Ну, тупо. Так. Ну что, есть смысл пошалить, наверное, да? Давайте пошалим. Барон. Я знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через пентаграмму. Но в отличие от этого предателя, кузнеца Стоуна, ты нам больше не нужен. Где Стоун? За решеткой. А ты через минуту окажешься на полметра ниже. Взять его, парни! Порубить на куски! Пришло время разбираться! Пощады не жди! Ребята, я честно не хотел. Тренировочный меч. Вот и я не хотел бы. А пришлось. Ключ от склада. Открывай двери склада в подвале замка баронов. Довольно интересно. Охуеть, на абсолютном рандоме сейчас тупо накликал. Я не имею отношения к этому делу. Тайны колдовства, дар богов. Надо выждать время. Не хочу. Спешка не доведет до добра. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Подожди, нельзя принимать успешные решения. Это жестко. Магические знания, могущественное искусство. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Я не имею слишком. Уже тогда было ясно, что дело этим не кончится. Истинная сила. Что-то у них какой-то прям супер маленький этот. Супер маленький домик. Флакон. Опять ты! Надо было тебе... Да, ты упустил свой шанс. Слизняк! Надеюсь, ты стал... Че там пукнул, булит? Эй, ты! Убирайся, или я позову стражу. В смысле? Стража, сюда! А-а-а!
Извини, мужик, мне пришлось. Для этого мне нужен ключ. Было ясно, что этим дело не кончится. Вон он. Больше не хочу слушать эту болтовню. Ты хочешь сказать? Со мной такого не случится. Уже тогда было ясно, что этим дело не... Пиздец, блядь. В этом деле такое главное со мной больше не выждать случится. Время. Может быть, он тут. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. И самое лучшее решение. Пиздец, ну как так-то, блин? Что теперь делать? В болотный лагерь единственное, что можно попробовать прийти и сказать, типа, здравствуйте. Нельзя верить всему, что слышишь. Нельзя верить всему, что говорят. Есть какие-нибудь верные приемы? Запомни, когда твой дух силен. Охуеть. Что он, блядь, делает? Возможно. Надоело. Чужие это проблемы не мое дело. Здесь никому нельзя доверять. Не показывает. Зачем мне это нужно знать? Я не хотел это видеть. Что ты делаешь? Почему он делает это двуручным мечом? Наверное, я так не прав. Умею. Зачем? Зачем мне столько информации? Бери меч. Так, ну это ключик Сардеса. Ключ Квентина. Дубликат ключа. Ключ от склада. Ключ Юберина. О, ключ Юберина. Уходи! Тебе нельзя со мной разговаривать. Уходи! Тебе нельзя со мной разговаривать. Уходи! Тебе нельзя со мной разговаривать. Уходи. 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 Блядь. Тебе нельзя со мной разговаривать. Уходи. 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 Тебе нельзя со мной разговаривать. Ебать, она заткнулась, серьезно? Охуеть. Охуеть. Ага. Страх. Заклинание страх. Для эссенции ловкости обязательно высушенный могильный мох. Пиздец. Также необходима одна свежая вишня тролля и один сухой темный лист. Ну. Да.
Видимо, для перманентных заклинаний для большей части нужен мох. Который я и так уже проебал. Глупость неизлечимая, я давно это решение. Сколько можно повторять одно и то же? Здесь никому нельзя доверять, вокруг слишком много преданий. Не хотел бы я попасть под эту время, однако и то. Где там сохранение, перед которым я телепортировался? Тут оно. Сохранись сюда пока что. Кажется, скоро появится проблема. Не самое лучшее решение. Наверное, ты прав. Я не имею отношения. Надо выждать время. Охуеть, Юберин не хотел делиться таким пиздатым заклинанием. Вернее, таким пиздатым рецептом. Ну не пидор ли, а? Думал, это уже давно решенный вопрос. Вот не пидор. Я не вижу ни одного болотожора. Это интересно. Куда делись все болотожоры? Между прочим, уже-то началась следующая глава. Чё за хуй-то? Чё за хуй-то? Знаю бы, что это такое. Телепортация к магам огня, свет, воды. Болотный лагерь, некромант. Ну, только сюда. Астрономия, магическая руда, магические знания, тайна колдовства, дар богов. Дар богов, что это такое? Дар богов. В течение столетий люди пытались постичь смысл прохождения магии, понятно. Арканом Голом. Могущественное искусство. Труд для просвещенных в искусство Аркан. Хреномания. Хренонания. Блин. Не, мне нельзя отдавать ему, короче. Мне нельзя отдавать ему... Как это называется? Узурпатор. Узурпатор. Уризель. Мне нельзя отдавать ему Уризель, чтобы он оттуда камешек доставал. Это, блядь, смерть. Так, могу ли я ходить по землям орков? До сих пор или нет? Плюс к силе. Бла-бла-бла. К ловкости. Йоу, камон, нихуя себе ебаться. А, ну да, так и есть. Во. Хуяк. Так, но это все равно мне надо одеть улу-мулу. Хранитель, урок. Клинок времен. Раскалывающий миры, несущий свет, удар демона.
А Улумулу-то, блядь, где? Выше. Это Улумула, да, это Улумула. Улумула. Улу-лу-лу. Улу-мулу. Ну чё? Можно пиздов дать, а? Что? Их там еще двое. Еще двое, да? Кайф. Тупо кайф. Так, топорики заберем. Улу-мулу обратно оденем. И шампань. Нет. О, бахнем, блядь, зелий. Хуевую тучу. Ну-ка, сколько у меня хп? 400... сколько? 500. Хм, странно. Так, а как я мимо этих уёбков проходил? Тут что ли? О, пизда. О, бля. Понятно. Хай, ребята, хай. Пошел в жопу. ДМС отдуйте! Я не умею играть на барабане, что ли? Пизда. Ух ты, а что это за башня? Что за башня? Она без лестницы, что ли? Да. Пизда. Падаю. Спасибо.
Еще один свиток точно такой же. Надо же. Я правильно понимаю, что это точно такой же свиток? Да. Орочье заклинание. Так, теперь мне это Улумулун нахуй не сдалось. Уризель. Поехали, Уризель. Та нихуя не поменялось вообще. Как было хуёво, так и осталось. Хуяк. Так, ну пойдем окольными путями, где я уже зачистил, правильно? Не попремся там, где всякие гандоны стоят. Что за хуйня? Пиздец. Видимо, тут я не шел. Надо было выпрыгнуть. Хотя, хуй там плавал. Хуй там плавал. Хуй там плавал. Один, блять, сюда иди, сюда. О, загорелся. Лол.